ПП Пургер. Да-да. Это обалденная вкусная закуска, которую даже можно кушать на ужин. Игнат точно оценил. Итак, берем 3 яйца. Желтки взбиваем с мукой 15 грамм и разрыхлителем пол чайной ложки. Белки взбиваем до пиков. Смешиваем все ингредиенты и выпекаем на противне буквально 7-9 минут. Берем 200 грамм куриного филе, отбиваем, солим, перчим, добавляем любимые специи и обжариваем на сухой сковородке буквально 5 минут. Нарезаем овощи, огурцы, помидоры, обжариваем наше филе, разрезаем булочки на две части, смазываем творожным сыром, крадем мясо, помидорчик, огурчик, листовой салат и накрываем второй булочкой. И вот такая вкуснятина получилась. Слушайте, это идеальный завтрак, идеальная закуска. И это даже можно кушать на ужин и худеть.